Короче, краткое содержание романа Пауло Коэльо «Алхимик». Юноша Сантьяго, пасущий овец на просторах Андалусии, решает переночевать в полуразвалившейся церкви, возле алтаря которой выросло огромное дерево. Уснуть молодому человеку удается не скоро. Сантьяго думает о девушке, живущей в том городе, куда он должен прийти через 4 дня. Год назад ее отцу, торговцу-суконщику, юноша продал шерсть 3 овец. Сейчас сделка должна повториться, и пастух надеется снова увидеть девушку, с которой проговорил тогда полдня. Дочь торговца обратила внимание на юношу только потому, что тот читал толстую книгу, ведь не каждый пастух умеет читать. Родители Сантьяго, простые крестьяне, мечтали, чтобы сын стал священником. Ради них юноша пошел учиться, но тяга к познанию мира пересилила стремление познать Бога. Однажды Сантьяго признался, что хочет путешествовать. Отец сказал, для бедного человека возможность путешествовать только одна – стать пастухом. Он отдал сыну все свои сбережения, состоявшие из 3 старинных золотых, и Сантьяго купил отару овец. Ночью в разрушенной часовне Сантьяго уже второй раз видит сон. Ребенок подхватывает его на руки, относит к египетским пирамидам и сообщает о кладе, который Сантьяго отыщет, если попадет к пирамидам снова. Утром, направляясь в город, пастух решает зайти к цыганке, которая толкует сны. Войдя в лачугу старухи, юноша рассказывает ей свой сон. Старуха заявляет, что у пирамид Сантьяго действительно найдет клад и требует за труды 10-ю часть сокровищ. Пастух не верит цыганке. Ожидая, когда солнце поднимется выше, Сантьяго читает книгу на площади городка. Рядом садится неизвестный старик и затевает разговор. Юноша не расположен беседовать, однако незнакомец начинает задавать вопросы, и ему приходится отвечать. Наконец Сантьяго теряет терпение и собирается уходить. Тогда старик, назвавшийся Мелхиседеком, обещает научить юношу, как добраться до сокровищ, если тот отдаст ему 10-ю часть своей отары. Сантьяго решает, что старик в сговоре с цыганкой, но тут Мелхиседек берет веточку и пишет на дорожной пыли историю жизни юноши со всеми ее тайнами. Старик представляется царем Салима, одним из тех бессмертных, кто направляет людей на свою стезю. Душа мира, где записаны все судьбы, питается счастьем человеческим и другими сильными чувствами, поэтому и стремится осуществить желание любого человека, если оно очень сильно. Человек же обязан до конца пройти свою стезю, чему будет способствовать вся вселенная. Стезя Сантьяго – поиски клада. Старик просит пастуха пригнать завтра 10-ю часть отары в обмен на рассказ о том, как найти сокровище, и исчезает за углом. Юноша думает весь оставшийся день и всю ночь, а на следующий день пригоняет Мелхиседеку запрошенных овец, остальных продает. Старик говорит, что Сантьяго должен идти в Египет, а приведут его туда знаки. Царь дает юноше 2 камня со своего нагрудника – белый урим, означающий «да», и черный тумим, который значит «нет». Расставшись с Мелхиседеком, юноша покупает билет на пароход и через 2 часа оказывается в Африке, в арабской стране с незнакомым языком и обычаями. В маленькой харчевне портового города Танжера к Сантьяго подходит молодой человек, говорящий по-испански. Сантьяго так рад, что выкладывает тому все свои планы. Молодой человек обещает проводить его до Египта, который находился за Сахарой. Они идут покупать верблюда на базар, где новый знакомый убегает с деньгами юноши. Ночь Сантьяго проводит на базаре. Утром он вспоминает о камнях и собирается обменять их на билет домой, но потом решает спросить. Камни говорят ему, что старик все еще с ним. Сантьяго оглядывается без прежнего страха и видит вокруг новый интересный мир, который ему предстоит исследовать. Он покидает базарную площадь и набредает на лавку, где продается хрусталь. Хозяин лавки берет его на работу. Сантьяго меняет жизнь торговца. Благодаря идеям юноши торговля снова процветает, а Сантьяго достается хороший процент с продаж. За полгода юноша выучил арабский язык и скопил немало денег. Теперь он собирается вернуться в родную Андалусию богачом. Собирая вещи, Сантьяго находит старую сумку и в ней камни Мелхиседека. Они напоминают юноше о своей стезе. Если он вернется в Испанию, то опять станет пастухом, другой возможности попасть к пирамидам не предоставится. Подумав, Сантьяго решает отправиться в Египет. Сантьяго отправляется на торговый склад, где знакомится с англичанином-алхимиком. Много лет тот изучал алхимию по книгам, а теперь, следуя знакам, направляется в оазис Эль-Файюм, где живет великий маг и алхимик, уже создавший и эликсир жизни, и философский камень. Англичанин надеется попасть к нему в ученики. Иногда по ночам к их костру подходят бедуины и рассказывают новости. Так до каравана доходит весть о войне между племенами. Все это время англичанин не отрывается от книг. Сантьяго рассказывает ему свою историю, которая изумляет англичанина. От ученого юноша узнает о душе мира, где сплетаются судьбы человеческие. Караван идет теперь и по ночам. Вскоре на горизонте возникает длинный ряд пальм оазис Эль-Файюм. Там алхимик ждет избранного, чтобы прошептать ему на ухо часть своих тайных знаний. Маг знает, что избранный придет с этим караваном. Оазис оказывается огромным и процветающим. Погонщик каравана хочет переждать здесь войну. По законам пустыни оазис является нейтральным убежищем. Отдохнув, англичанин просит у Сантьяго помощи в поисках алхимика. Они ищут мага 2 суток, но безрезультатно. Никто не хочет им помочь. Люди пустыни боятся колдунов. Во время поисков Сантьяго встречает у колодца девушку,
девушку и с первого взгляда понимает, что она его суженая. Девушку зовут Фатима, и она показывает, где найти алхимика. Англичанина в ученики алхимик не берет, тот знает только свои книги, по которым научиться алхимии невозможно. Сантьяго же ежедневно встречается с Фатимой у колодца. Он просит девушку стать его женой. Она любит юношу, но не хочет, чтобы ради нее он отказался от своей стези. Девушка верит, если она часть стези любимого, то он вернется к ней. Сантьяго по-прежнему учится у пустыни. Однажды он отходит далеко от оазиса и видит в небе двух дерущихся ястребов. Глазам юноши пристает видение. Воины с обнаженными саблями входят в оазис. По совету погонщика Сантьяго идет к вождям и рассказывает о своем видении. Вожди долго спорят. Нападать на оазис запрещает закон, но и в предсказания люди пустыни верят. Наконец, вожди решают вооружить своих воинов и приготовиться. Если же нападения не будет, Сантьяго лишится жизни. Ночью юноша не спит. Он бродит по залитому луной оазису, когда на него вихрем налетает всадник огромного роста с обнаженным мечом. Он грозно спрашивает юношу, зачем тот разгадал видение, поведал о нем вождям и вмешался в предначертание Аллаха. Ничуть не испугавшись, Сантьяго говорит, что идет своей стезей. Всадник оказывается алхимиком. Пугая юношу, он испытал его. Алхимик велит Сантьяго разыскать его после боя. Наутро на оазис нападают, но его жители к этому готовы. После битвы вожди щедро одаривают юношу и предлагают ему стать главным советником. Вечером Сантьяго находит шатер алхимика. Маг считает юношу тем самым избранным, которого ждал. Маг хочет помочь юноше добраться до пирамид, однако Сантьяго снова сомневается, надо ли ему это сокровище, ведь у него есть Фатима, деньги и высокая должность. Алхимик говорит, что покинув свою стезю, Сантьяго станет богат, но всю жизнь будет мечтать о пирамидах. Богатство не принесет ему радости, а любовь продлится недолго, ведь это будет не его стезя. Юноша продает верблюда, покупает лошадь и вместе с алхимиком покидает оазис. По дороге они беседуют. Когда-то все тайны алхимии были начертаны на грани изумруда. Предки алхимика передавали эти тайны из поколения в поколение. Сам алхимик невероятно мудр, так как владеет и философским камнем, и эликсиром бессмертия. Маг учит Сантьяго одному – слушать свое сердце, ибо оно сродни душе мира и когда-нибудь вернется в нее. Учится юноша быстро. Через неделю он уже умеет слушать свое сердце и успокаивать его. До пирамид остается 2 дня пути, когда воины в голубых одеждах захватывают путников. Их приводят в шатер вождя и допрашивают. Алхимик отдает вождю деньги юноши, а потом называет Сантьяго величайшим магом, умеющим превращаться в ветер. Вождь желает увидеть это и соглашается подождать 2 дня. Сантьяго боится, ведь он не умеет превращаться в ветер, но алхимик убежден, что человек, идущий своей стезей, знает и умеет все. Через 3 дня Сантьяго забирается на вершину скалы, стоящей возле лагеря. Он обращается к пустыне и просит превратить его в ветер, но пустыня не может этого сделать. Только любовь способна превратить человека в кого угодно, однако пустыня не знает, что такое любовь. Пустыня дает Сантьяго пески, чтобы ветер мог завихрить их. Юноша обращается к ветру с просьбой научить становиться подобным ему, но и ветер ничего не знает о любви. Он советует юноше обратиться к солнцу и раздувает тучи пыли, чтобы человек смог взглянуть на светило. Солнце видит душу мира и говорит с ней, однако человеческой любви ничего не знает. Превратить Сантьяго в ветер оно тоже не может. Солнце не хочет, чтобы кто-то усомнился в его мудрости и посылает юношу к руке, написавшей все. Услышав это, ветер ликующе вскрикивает и дует с небывалой силой. Повернувшись к руке, Сантьяго ощущает, как вселенная погружается в безмолвие и не смеет его нарушать. Тут сила любви затопляет его сердце, ибо он понимает, что именно рука вывела все знаки на его стезе. Юноше становится ясно, что душа мира – лишь часть души Бога, а душа Бога – его собственная душа, и он может творить чудеса. Ветер, дувший в тот день, стал легендой. Когда он стихает, Сантьяго находит на другом конце лагеря. Его колдовство пугает арабов, а алхимик преисполняется гордости за своего ученика. Вождь отпускает их и дает воинов провожатые. Вскоре они добираются до коптского монастыря. Там алхимик с помощью философского камня превращает кусок свинца в золото. Он делит его на 4 части. Одну отдает монахам за гостеприимство, другую берет себе. Третья достается Сантьяго взамен денег, отданных арабам. А 4-ю часть маг оставляет в обители, чтобы юноша забрал золото на обратном пути. Дальше Сантьяго идет один. Добравшись до пирамид, юноша слушает свое сердце, и оно подсказывает ему, где находится сокровище. Он копает песок всю ночь. Под утро на него нападают дезертиры, сбежавшие с войны. Они обыскивают Сантьяго и забирают золото, а потом заставляют копать. Сокровищ все не находится, и грабители избивают юношу до полусмерти. Он рассказывает им о сне, который привел его к пирамидам. Главарь называет его глупцом. Самому главарю тоже когда-то снился сон о сокровище, которое спрятано в корнях большого дерева, выросшего у алтаря полуразрушенной часовни в Испании. Дезертиры бросают избитого юношу и уходят, но Сантьяго счастлив. Теперь он точно знает, где искать сокровище. На золото, оставленное алхимиком в монастыре, Сантьяго добирается до знакомого дерева. Он вспоминает,
вспоминает причудливый путь, который вернул его в то место, где он когда-то пас овец. Из-под корней дерева он выкапывает ларец, полный старинных золотых монет и других драгоценностей. Юноша кладет в ларец и камни Урим и Тумим, это тоже его сокровище. Жизнь в самом деле щедра к тем, кто следует своей стезей, думает Сантьяго. Десятую часть клада юноша собирается отвести старой цыганке. Теперь он может вернуться к любимой.